Спасибо. Нам тоже мороженое. Шоколадное есть? Нет. Белое только? Да. Тогда белое с бананом и с клубникой. Дай да. Сколько на столике взять? Миш, ты будешь? Бананы и клубника? Да. Kaç lari? 5 lari, 7 lari. 5 lari, 1 ingredient, 7 lari, 2 ingredient, 2 and 3 ingredient. Mix, full, Türkiye, Türkiye. Türkiye, I don't know. 1, 1 fruit, 5 lari. 2, 2 uç, and uç fruit, yeni yıl lari. 7 lari. Bu. Bir bu, bir de bir... Banana? Banana. Only banana? Evet. Hello, hello. Banana? And? Yes. One, only. Bir? Bir de. This. Any one. Thank you.
Откуда ребят приехали? Беларусь, наверное? Украина. Вот тогда. Нет, а что приезжие, да, Беларусь, Украина. Сосед тоже. Наверное, сосед, да, девушка? Нет. Нет, вот. Вот. Это интернациональная. Политику надо смотреть. Главное, что между нами, простыми людьми, было отношение и все. А политик по-своему гонят. Как хотят, так пластинку ставят. Что, по экскурсиям ездить? Конечно. И где были здесь Баджари, я имею в виду? В Махунцеке были и в Бурии были. Бурии? В Махунцеке сколько он было что? 80. 80. Вот, все, да? Что мы тут смотрели от этой зоны водопад? Какой такой? Андрей, от этой зоны. Нет. А водопад, Румская цитадель. Ну, кто вас сделал, он должен был нам это тоже показать. У нас мало времени было, есть крутые места, это на хрящика, ну, крутые, что вы видите, честно говоря. Это же вот сколько не крутые. Это самое крутое место, плачущая гора на Боблоке. Там озеро с каньоном, водопад, на тарзанах, на конях кататься, с пещерой прыгать. Просто форель удачи, форель. Да. Вообще крутой. Там ездят только евреи и арабы. Ну, там эксклюзив, сам пятизвездочный отель, которые делают. Она в Облаке сейчас, там два раза самолеты сбивались. Как она называется? Младшая гора. Это Джипур. А, Джипур. Ну, да, круто. 150 лар машин. На 4 человека. И везде, кроме этого, потом на Японское озеро.